Взаимовыгодное сотрудничество. В Белом зале правительства состоялась рабочая встреча представителей Республики Казахстан и областной власти. Чиновники рассказали о ближайших планах совместной работы и обменялись сувенирами. Взаимовыгодное партнерство между Республикой Казахстан и Саратовским регионом уже давно приносит свои плоды и обсуждается на высшем уровне. Стратегическое партнерство и сотрудничество России и Казахстана сегодня динамично развивается. Пожалуй, наиболее весомым показателем уровня двусторонних связей является интенсивный политический диалог на высшем уровне. В мае 2014 текущего года в Астане главы трех государств – России, Казахстана и Белоруссии – подписали договор о создании Евразийского экономического союза, в котором все мы готовились не один год. Как сказал российский президент, мы вместе создаем мощный притягательный центр экономического развития, крупный региональный рынок, который объединяет более 170 миллионов человек. Дает нам, конечно, уверенность в том, что развиваться мы дальше должны, и каждый на своем месте мы тоже должны прилагать все наши усилия во имя наших народов,